Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы всадники Олуха. Так, забрали рыбу и смотрим сразу же, есть ли сегодня события. О, ребята, выживание. Ну что же, выживание. Серьезное довольно-таки условие. Но мы, тем не менее, будем все равно с вами проходить, пытаться там выиграть. И я думаю, что получится, наверное. Но траты будут тоже, кажется, немалыми. Так, давай-ка я, наверное, с наших легендарок заберу награды для начала. Так, иди, не фыркай, не фыркай мне здесь. Фыркает. Так, у нас что, древесины по фулке, да, забито? Ну, здесь понятно, фиг ты тут сразу же выберешь. С первой попытки громилет пошел у нас дальше тренироваться. Лети. Ну, чего ты мне тут? Гнездо плюс опять 160 тусклого янтаря. Чтобы расчистить, ну, понятно, нам нужно очень много рыбы. Рыбы у меня столько нету, поэтому расчищать я пока ничего не собираюсь. А вот этих охламонов, конечно же, я отправлю. Там у нас все в древесине. Абсолютно все. Те, кто рыбу добывает, ребят, я их сразу же буду отправлять пока. Так. Давай тоже лети. Где у нас этот здоровяк? Вот он. Давай посмотрим. Опять он свой мячик это дает. 206 тусклого янтаря. Так, у нас что, прокачалось, что ли? Точно? А, нет, 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 это я не то. Куда я? Куда я? Какое прокачалось? Ты что, Рэй, совсем уже, что ли? У нас, по-моему, ничего сейчас с тобой не прокачивается. Вообще. Максимум, что мы можем с тобой делать, это отправлять за ресурсами. Так, ну что, давай посмотрим, что там нам сарделька принесет. Лопатку? Именно лопатку он нам и приносит. И забираем мы здесь тусклый янтарь. Слабенький тусклый янтарек. Так, я его тогда отправляю дальше в приключения. Пускай летит. Барсик, ты у меня что тут приготовил? Руны. Панцирь не захотел мне давать, да? Давай, иди, играй он там в салочки. Здесь лес. Пускай летит. И Грамгильда, что нам добывает. И я не удивлен, если сейчас именно тусклый янтарь выпадет нам. Понятное дело. Зачем давать яйцо, да, когда можно взять и выдать тебе всякую фуфляндию. Так, древоруб. Я тогда, наверное, беззубика тоже отправлю на поиски. Так, что у нас тут? Престиголов, костолом, прихвостень. И дракон, да? Размягчитель. Раньше размягчитель очень, ребята, часто мне выпадал. На острове нет места, поэтому он полетел у нас в особое, так скажем, место. Ой-ой-ой-ой, не то нажал. Ну ты что делаешь-то, Рейчик? Давай, успокойся. Не, как говорится, не балуй. Я все эти шлемы, я все шлемы, ребят, пытаюсь заполучить, но что-то как-то у меня не особо хорошо получается. Так, где у нас там цветочек? Это вот обычный мы находим. Этих, этого за рыбой. А этих всех отправляем за древесиной. Так, пускай летает, короче. Слетают там, собирают. О, новая способность. Сколько он добывает у меня? 4. Нет, 5.
Но если мы его обучим, то он будет уже приносить нам побольше. Дрожжезуб. Пускай тоже идет, тренируется. Че, опять древесинный завал, да? Завал по древесинке. Так, что нам выпадет? В принципе, все награды хороши. Но хотелось бы, наверное, железо все-таки. Но нам выпадает пак. Нам выпадает пак. Монеты Одина. И шепот смерти. Шторморез, крылатый ужас. Ну, в принципе, и все. Так, давай за рыбой. А для того, чтобы расчистить, нам надо... По-моему, рыбу, да? Тут 5 минут, там 5 минут. 5-минуточки такие получаются у нас. Слушай, 60 лямов. Нормально. 60 лямов рыбы добывает. Я думаю, что это неплохо. Куда мне эту древесину потратить, а? Подожди, а что я думаю, куда нам потратить? У нас же есть... Так, постой, а кто у нас за древесину трудится-то? Вот, например, возвращаем. И отправляем. Не то, не то, не то, не то. Погоди, я запамятовал. Так, этот за рыбу у нас трудится. Этот, вот этот за древесину. Готов полететь. Пускай летит. Угу, 165 лямов. Нормально. Я считаю, что тут неплохо. Тут вообще 230. Красавчик. Так, 630. Нам буквально чуть-чуть не хватает древесины, мы могли бы его отправить за железной рудой. Так, ну что, давай посмотрим здесь у нас. Ну, тут мало. Тут всего лишь 80 очков получим. 20 нам не хватит, да? Ну, 20-ку мы, может быть, еще настругаем, так что... Ничего страшного. И открываем пак. Ареновский. Шторморез, лаварык, душитель, звездрык. Звездрык. Так, ну что, ребят, вроде бы все задачки получили. А где у меня этот мелкий-то? Мелкаш-то где? Вот он. Чуть-чуть не хватило. А, чуть-чуть. Я бы его прокачал бы, так, конечно бы. Ну что, у нас событие, я на него погнал. Ребята, это у нас выживание. Вперед из песни. Кстати, а что там? Там ареновский пак содержит... А, содержит героических. Может, нам выпадет какой-нибудь, а? Редкий. Героический дракон. Мне бы лично очень хотелось бы. Так, ну что я тут вижу? Пещерника, но это уже какой-то другой. Так, еще и у нас все бои без музыки будут. Плохо, что без музыки. Я хочу, чтобы была музыка у нас. А вот это, ребята, не, лава, не лавовый, да? Опа. Хорош, завязывай, братюня. Хорош. А что я пока переживаю? Можно, в принципе, не волноваться. Он слабенький еще. Давай добьем. И перейдем спокойненько уже на вторую волну. Ты посмотри, сколько у нас с тобой. Прилив сил. Маловато будет. Да что ж ты будешь делать? Ну, пока они слабенькие, можно себе позволить пропускать, да? Дальше будет все намного хуже. С четвертой волны начнется веселье. Там уже и уровень у них будет, как говорится, посерьезнее. И атака будет посолиней. Давай так, наверное, сделаю. И добиваем.
Ну что ты там? Ну это явно не пещерный скалотряс, его как-то по-другому. Наверное, это сородище пещерного скалотряса, скорее всего. Ну, смотрим. Так, прибавляется здесь змеевик. Ну, вряд ли, конечно, острокрылый. Ауч. Ты смотри, что творит. Во-первых, понизил атаку. Раз. Во-вторых, блин, отнимает довольно много здоровья. Мне это не нравится. И они еще вдвоем ходят здесь. Он не отстанет, да? Теперь барсика начинает гасить потихонечку. Так, давай сюда, наверное. Через отхил двоих получится, да. И вот сюда теперь. Нам нужно с тобой оставить как можно больше энергии для следующего хода, поэтому без всяких суперударов, просто обычными атаками будем его добивать. Ребят, последняя волна, уровень 17-18. Еще творит. Он опять за свое. Раз, два, три. Втроем сразу же. Так, ну я успею. Я успею, ребята, сделать отхил. Давай-ка, наверное, так попробуем сделать. Есть. Ну, блин, только одного, правда, уничтожили. Такой здоровый, ты посмотри на него. Оу, нам повезло, что мы уклонились, но он, ребята, себе увеличил атаку. Правда, это ему, наверное, не поможет. Прекрасно. Ну что, последняя, заключительная волна у нас здесь. И 19-й, 19-й и 18-й уровень. Тут уже будет больно. Очень больно, ребят, будет все это дело происходить. Нужно будет всегда держать своих бойцов на фулл хп. Так, второй укус он промахнулся, что дает нам шансы на хорошую, ребят, победу. Ну-ка. Ну, хотя бы минус один. Хотя бы минус один. Ну и дальше что мы сделаем? Кого он перемалывает? Понятно. Этот атакует. Ну давай добью. И сразу же сделаем так. Понижаем здесь защиту. И начинаем его кромсать. Он тоже очень сильно бьет. Именно по шторморезу. Лечимся. Ну и первый поединок у нас пройден. На барабане нам выпадает плод мудрости, что очень даже радует меня. Давай забирать. Содержит элитных. Так, шторморез, кревет, пристиголов и костолом. Плюс злобный змеевик и кривоклык. Одна карточка нам выпала. Так, ребят, нам надо будет... Ну вот мы сейчас поединок сыграем, заберем вот эти вот награды. Это два... блестящих янтаря и 250 рун. Так, ну что у нас тут? Ну, естественно, без сородича шепота нам не обойтись. Музыки, как обычно, нету. Иссякла у нас вся. Остались только звуки движухи. Но они, наверное, тоже сейчас, ребята, исчезнут, скорее всего. Пока они слабенькие, можно спокойненько развлекаться здесь. Одного как будто здесь и не было. Ну что ты там? Прекрасно. Ну, по той же самой схеме все. Ничего, как говорится, новенького здесь мы изобретать не будем. Будем просто бомбить в наглую. Вот мне не нравится, когда идет понижение, ребята, атаки. Прям вот вымораживает, бесит меня вот это все. Когда именно понижает атаку. Ну, прям чувствуется, насколько мы слабее становимся. Я, наверное, не буду, ребят, тут что применять. Так, его запинаем. Оставим для следующей волны нашу полностью забитую шкалу. Радует то, что они оба у нас хитрые, да? Нет, это шустрые. Хитрые — это фиолетовые, а это шустрые.
ждем. Опять понижает, а? И этот понизил, зашибись. Сдуло его. Так, и опять этот пещерник у нас, да, здесь? Как-то не в тему он тут приперся, если честно. Блин, ну кривоклык, ну чуть-чуть тебе не хватило его уничтожить, а? Оу, щит. Смотри, что вытворяет. И посмотри, что вытворяет. Так, нам нужно фулл хп иметь. Это какая-то четвертая волна у нас. Слушай, мне не нравится вот то, что вот этот сейчас делает. Мне совсем не нравится. Он так и хочет моего кривоклыка просто уничтожить, истребить, стереть его. Допустим. Ну-ка. Прекрасно. Так, и это у нас предпоследняя волна. Поехали. Сделаем так, сделаем вот так. Атакуем здесь. Сейчас втроем тут разыграют картишки. А с какого припуга ты начал здесь-то атаковать? Ой. Только не вздумай. Так, я опять залечиваю раны. Ох, сейчас что-то будет. Я думал, что он будет фаерболом сейчас жарить. Вот это, наверное, сделает. Слушай, я, наверное, пока ничего не буду здесь делать. Кого он сейчас будет атаковать? Неужели его, а? Фух! Ты видел, что он сделал? Ё-моё, ребята, ну как так-то? Я не думал, я думал, что он будет пережевывать там еще. Он какую-то фигню, я не знаю даже, как ее назвать, сделал. Да. Блин, нам сейчас придется знать, что делать. Прилив сил тратить нам придется. Блин, Барсик еще сейчас запинает, не дай боже. Скорее всего, они так и сделают. Оу, Барсик, ты просто чудом выжил. Ты просто выжил, я не знаю, каким-то чудом. Так, ну что он там? Раз, два. Блин, кривоклыка, конечно, вообще смели моментально. Это... Давай так сделаю. Да ты достал пережевывать уже, а? Урдюк. Они не могут без понижения. Просто не могут. Чтобы не понизить мне атаку. Вот интересно, что, ребята, эффективнее? Понижать атаку или понижать защиту? Ну, прошли главное. Так, ну что, здесь дрова выпадает нам. Дровишки. Ну, лучше бы рыба, потому что с рыбой у нас проблема. Ну, мы забираем с тобой блестящий янтарь, две штуки. И плюс еще 250 рун. Итого, ну, почти, ребята, около 4000 уже. Последний поединок, после которого мы заберем с тобой легендарный пак, или как он там, эпический, в котором содержатся героические драконы. Что-то не слышу музыку. Музыка есть. Точнее, звуки. Так, ты посмотри, они в каждый бой засунули, ребята, скалотряса. А этот у нас, я уже не помню, как он там, адамантитовый или как он там.
Рубиновый. В общем, вот этот вот. Ну, мне нравятся вот эти вот камни на нем. Очень, конечно, круто переливаются. Вот здесь Кривоклык, вот именно вот в этом поединке, ребята, он вообще здесь не котируется. Он здесь как бельмо просто-напросто. А зачем вы сюда этого поставили, а? Оболтуса? Мне непонятно. Зачем он тут вообще нужен? Хорошо, я и с ним разберусь. Так, вторая волна. Ну, слушай, довольно быстро разбираем. Смотри. Мы вначале делаем с тобой вот такую атаку, потом я понижаю ему защиту, и Кривоклык добивает. Тройной удар. Но здесь так не получится, ребят. Здесь у них уже достаточное количество ХП, чтобы противостоять. Так что... Да иди ты в баню, он еще себе атаку увеличивает. Я попробую так вот сделать. Так, тройного, наверное, мы будем уже брать после, да? После чего? После атаки. Он сейчас будет травить. У него 4 энергии. А, нет, нет, он не стал ничего делать, ребят. Это нам только на руку сыграло. Пятая волна. Даже не знаю, как тут лучше сделать-то. Ну, попробуем по старой схеме, если что. У кого здесь будет больше всего энергии, того, наверное, и будем брать. На всякий случай все-таки сделаем вот таким вот образом. Сюда. Что он сейчас будет делать? Он просто атакует, да? У него нету, видимо, суперударов. Или я просто еще их не видел. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вот мы зря вот так вот балуемся, да? Когда у него фулл энергия, он же может спокойно свой этот... свое отравление применить. И ведь это ни к чему хорошему не приведет. Смотри, он тем более, ребята, у нас... Блин. Придется делать так. Да, я поставил, ребята, уклонение. Слепоту ему повесил, чтобы... чтобы мы могли здесь спокойно отыграть. Вот у него что, у него фаербол. Это последняя волна, друзья. Так что готовимся к какой-то жести. Оу, я только сейчас увидел, что у него усиленная атака. Ёк-макарёк, ребята, давайте тогда делать так. Раз у него усиленная атака, пускай бомбит, поэтому... пережевывает его. Молодец, красавчик. Так, ну а тем временем мы будем его немножечко бомбить. Так, секунду. Это вынужденные меры, друзья. Иначе бы он начал бы нас бомбить. Ну что, добьешь? Еее! Все, ребят, событие пройдено. Ну, а здесь нам выпадает рыба. Все, друзья. Забираем наш пак ареновский, который содержит героических.
Ух, надеюсь, что-нибудь хорошее выпадет. Надеюсь. Древоруб, громобой, шепот смерти, громорок, громлий защитник, стальной проныра, отпрыск громорок, круши голов, убийственная бабочка монарх, молодая стрелка и чемпион стальной капкан. Ну вот так вот, друзья мои. Так, новая награда, и это у нас арка цветов. Только не надо вылетать, пожалуйста, игра. Мне не нравится, когда вот это вот происходит. Арка цветов. А что, я могу ее только там? Вот здесь можно же ее поставить. Пускай она здесь и стоит. Кстати, у нас эти-то... Блин, у нас древесины дофига. Если у нас дофига древесины, значит, кого-то же можно отправить за... на поиски. За ту самую древесину. Но у нас, по-моему... Так, это за рыбу идет. То есть, как бы... Вот. Вот, ребят. Иди. Иди, родной, ищи. Можно было бы, конечно, и древоруба отправить. Ой, древоруба, фейерверка. Но уже поздно. Уже поздно, фейерверк пошел добывать. Так, ресурсы. Ну что, друзья мои, нифига себе, жадноед. Жадноед. Что нам еще остается? Да, по-моему, все. Больше... Так, подожди, у нас, кстати, древесину еще вот здесь, по-моему, я не собрал. 46 миллионов. Кто-то говорил, ледоцыпа крутая тишка. Чем же она крутая, ребят? Чем крутая птичка ледоцып? Костолом дикарь. Эти хотят обучаться, но у нас нет возможности, да? Обучить их. А этого я опять забыл, как всегда, отправить в приключение. Давай, лети. Так, ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться, да? Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.